22 июля на проспекте Музрукова, 23, водитель автомобиля ВАЗ-21093 пренебрег требованиями по дистанции до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадала водитель женщины автомобиля Hyundai Solaris. Она обратилась в поликлинику и была госпитализирована. В этот же день произошло еще одно ДТП с пострадавшими. 22 июля в 22:03 по адресу Музрукова, дом 26, на перекрестке, на котором светофор работал в режиме желтого мигания, водитель женщина 2001 года рождения, управляя автомашиной Audi, не уступила дорогу транспортному средству ВАЗ под управлением мужчины 2003 года рождения, который двигался по главной дороге и приближался справа. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили телесные повреждения. После осмотра врачом были отпущены домой. 25 июля по улице Силкина, 23, водитель Рено Датсун сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила телесные повреждения. После осмотра врачом скорой помощи ее доставили в больницу. Водители должны соблюдать скоростной режим, обязательно притормаживать вблизи пешеходных переходов, а также в местах, где предполагается большое скопление людей. Пешеходам, в свою очередь, необходимо убедиться в безопасности своего перехода, то есть посмотреть, где у нас движется транспортное средство, оценить расстояние до него, и только потом, убедившись, что водитель видит и пропускает его, соответственно, переходить дорогу. Кроме трех ДТП с пострадавшими, на прошлой неделе сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 5 ДТП с материальным ущербом и выявили 225 административных правонарушений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.